Сборная России очень долго готовится к тому, чтобы начать поединок. Минская «Динамо» уже выстроилась в схему 4-3-3. Ну вот, мне кажется, что даже если выиграет команда Скрипченко, то непросто будет сегодня. Все-таки сборная России сильная команда. И уже пас в разрез, можно бить, удар с левой ноги, но мяч идет далеко от створа. Колышется. Ну и Павел прячет свою лысину. Вот и перехват Павел Сидько. Удар по воротам. И есть первый мяч. Ну попал так попал. В левый угол Павел Сидько. Наверное, банданка ему и помогла как раз. Московского ЦСКА. Молодой парень, который недавно гол забил. Помните, в таких черных бутсах. Старых. В немецких адидасах. Стенка. Еще один пас проходит. Поменялись местами Ариньо и Сидько. Ариньо уже справа набирает. В разрез отдает. Можно бить. Есть удар по воротам. Все замечательно. Опять же, красивая геометрия. Все очень здорово расчертили на этом. Смотрите, нападающий Даниил Голиков. В каждом матче забивал бы. Середина передачи. Обратный пас. Рожков. Подача. Подбор. Удар с левой ноги. Это Матвей Кисляк. Класс. Ну, тоже Шуманский играет в Арисе кипрском. Перехват. Здесь что-то может получиться. Финт Зидана. Пас-центр. Ну и пенальти. Нет? Судья не верит. Ну, мне кажется, там ногу сломали игроку. Судья, конечно, еще тот. Так, не буду читать, но да, посчитали, что пенальти не было. Удар издалека, как полетела пушечка. Вот Александра Селява, он стреляет раз в год, кстати. Эх, хорош, Вакула. Как бежит, никто не может его догнать. Это белорусский Юсейн Болт. В центр, передача Ариньо. Удар, штанга. Подбор явно будет за Динамо. Можно бить, Артем Быков. Попадает в защитника, добивает уже туда, к скорой помощи. Вот это атака, ну и как играть. Ставку не ставил. Подача, можно пробить, удар, здесь везет, конечно. Был рикошет, снова на угловой, и столкнулись между собой. Подача, еще один удар, но это уже супер сейф от вратаря. Прострел, Динамо, конечно. Вот момент мог возникнуть у сборной. Кисляк. Это все-таки девятый номер. По-моему, восьмой. Подача. Доходит мяч. Удар с левой ноги, но выше летит. Не доходит мяч до Ариньо. Такое ощущение, что Ариньо немножко подустал. Акулич уже оставляет мяч. Перехват. Здорово. И в разрез передача. Выход 1-1. Удар. И сборная забивает. Я про это говорил. Я говорил, что они сегодня должны забить точно. Ну и что? У нас 44-я минута. 1-1 сейчас становится. Классная атака. Правда, уже после ошибки. Позавчера к 12 дня записалось на поездку в Бушино 63 человека. Прострел, пустые ворота, мяч залетает в сетку, и Динамо снова выходит вперед. Сейчас становится 2-1, свирепо. Кажется, он забивает. Там уже пустые ворота были перед ним, поэтому тяжело было промахнуться, потому что сборная России забил. По-хорошему, был только один опасный момент, один удар, и, в общем-то, ну такой прям 100%. Пятка. Хороший момент может получиться. Сборная, и удар, и перекладина сотрясается. С левой ноги бабахнул футболист. Павел, и в атаке смотрится более ярко. Подача. Горячая картошка от вратаря. Вынос тут же на нападающего. Ариньо может зацепиться. Он цепляется, пробрасывает себе мяч дальше. Ну кто есть в поддержке? Получается Павел Сидько. Он по правому флангу открывается. Получает мяч Сидько. Сидько между ног пробивал, но... поле, но газон еще держится. Пас на Владимира Хващинского. Один в один он остается. Можно пас отдать, можно самому. Владимир берет игру на себя, бьет с левой ноги. У него слегка мяч свалился. Будет, пишет Dark Unit. Также и Витя Гришин считает, будет 2-2. Но Минская Динамо идет на третий гол. Снова Владимир Хващинский. Начал бить Владимир. И снова не... Но нет. Пока не опасно. Можно подкорректировать. Вторым темпом атакует сборная России. Дмитриев. С разворота удар. Снова Лера Диоль, да?
сборной России. Эта игра проходит на Минском Динамо. Дмитриев получает передачу от Зорина. Дмитриев. Дмитриев набирает ход и дальше двигается. Прострел! Уже были полупустые ворота. Но как Шаров промахнулся по мячу. Краснодарская тройка. Это интересно. Кравченко на поле. Лучший игрок Зорин. Удар по воротам. Сидько пробил. Швецов оказался справа в защите. Отдает длинную передачу. Такой лонгбол на Хвощицкого. Вова не получил зацепиться. Но ошибка. Сидько отдает передачу на Ариньо. Ариньо! Удар и гол. Еще один гол забивает Минское Динамо. А этот великолепный бразилец все-таки отличился. Вот вам и ответ, господин комментатор из России. Какое состояние? Владимир Хвощинский, классный пас, одно касание, можно бить. Еще одна пауза, ну зачем же? Саша свирепо выдумал. Швецов сдал, не знаю, где он там что сдал. Падает, кстати, Максим, но все равно поднимается. Против Дмитрия оказывается. Дмитриев бьет и, казалось, уже после рикошета залетает. Нет, все-таки на угловой. Хорошо знаю, да, видите, Егор еще и добрый, он перчатки раздает. Как Шаров, налево. Михаил Редно. Подача на Как Шаров головой, но нет, мяч не полетел. Ворота, Зори, сброс. Как же классно играет Минская Динамо. Сейчас пас, еще пятка от Сидько, свирепо включается, отдает пас на Владимира Хвощинского. В центре есть Ариньо. Кто еще на дальней штанге? Вот идет передача от Хвощинского, и супер гол забивает. Кто? Это легенда Минского Динамо, Алексей Вакулич. Ну что, был привозик, а теперь голик. Алексей Вакули. В Граните, в Белшине, в Локомотиве Минском, может, Сквич, в Березе. Вот это репо, подача, и совсем немного не дотягивается, кажется, как Шаров. На-на, да, чуть похоже, кстати. Хороший спарринг сегодня у Динамо. Вакулич обещал гол посвятить Владимиру Хвощинскому, ждем. Подача, пустые! Как Шаров забивает, 4-2. Вот это игра, потрясающая игра сегодня выдается на Динамо. Не получилось у него это против своей команды сыграть здорово. Сейчас, кстати, Зорин с мячом отдает неточный пас. Перехватывает же. Сборная. Снова Зорин. Можно ударить. Он, нет, отдает пас в одну, как Шаров! 4-3! Вот это да, вот это интрига! Дубль как Шарова. И провалилась оборона Динамо.